Следующий день в Питере для Егора начался с растительной пищи и какой-то газировки. Затем мы отправились на очень интересную и необычную выставку сновидений. Затем мы зашли в магазин виниловых пластинок и по заветам Аркадия посетили картинг. Но самое главное, мы посетили ботанический сад, где Егор увидел не только огромные бананы и тропические растения, но и познакомился с черепахами. На этом наше путешествие закончилось, и радостный Егор отправился в Таракан Хаус.